нам уже присоединился Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро «Антонов». Добрый вечер. Приветствую. Приветствую, добрый вечер. Итак, по вашему мнению, что значит эта утрата для россиян на Ту-22М3, учитывая, что больше таких бомбардировщиков они воспроизводить не могут, или могут, тут уж вы точно скажите нам, и касательно того, что он был сбит, значит ли это, что они больше, скажем так, меньше будут их использовать и меньше ближе подлетать к нашей территории, учитывая, если 300 километров, да, и дальность этого самолета была после его, да, боевого исполнения? Завод, на котором это дело все изготавливалось, казанский завод имени Горюнова, который недавно был атакован украинскими дронами, мы слышали это сообщение, там выпускали вот эти вот бомбардировщики Ту-22М3. Сейчас этого производства вообще нет. Сейчас этот завод занимается исключительно регламентными работами и ремонтов подобных самолетов Ту-22М3 и Ту-160. Вот это вот там три Ту-160, которые, на одном из которых посадили что-то похожее на Путина и отправили на небольшую высоту полетать. Вот это как раз этот вот завод Горюнова, на котором проходили модификации эти самолеты Ту-160. Ту-22 на момент начала горячей фазы было около 60 штук согласно бухгалтерскому учету. Но бухгалтерский учет, сами понимаете, такая штука, да, достаточно хитрая. У тебя оно как бы записано, но его как бы нет. Из реальных машин, которые могут стоять на крыле, которые могут выполнять функции, их там осталось там 40, где-то около 40 машин. Ну, теперь уже 40 минус 1 или там какая-то другая цифра минус 1. То есть принципиального значения с точки зрения количества это как бы не оказывает, но с другой стороны это все равно наносит серьезный удар по одной из частей триады, потому что Ту-22М3 вместе с Ту-95 МС и вместе с Ту-160, они входят в вот эту воздушную часть российской ядерной триады. Поэтому это, ну, в любом случае удар по триаде, потому что в триаде сейчас самое слабое место у россиян – это средства доставки, это стратегическая авиация. Поэтому это как бы серьезная потеря. Другая серьезная потеря – это непосредственно персонал. Это летчики, которые погибли, потому что или которые выжили после катапультирования, но они не скоро там смогут вообще сесть за штурвал, даже если они абсолютно здоровы. Важно то, что у нас есть средства, с помощью которых можно на таких дистанциях поражать самолет, а для этого надо было иметь ракету достаточно большой дальности действия, которых, к сожалению, вернее, ну, получается так, что в мире подобного радиуса действия зенитных ракет больше нет, за исключением там ракет за атмосферного перехвата системы Aegis или там ракет комплексов СМ-3, комплексов СМ-6, причем там самых современных блоков 2Е и так далее. То, что сделана система наведения, а здесь же простым локатором ты не сработаешь, это же надо иметь достаточно сложную систему подсветки, причем эту систему подсветки целей надо где-то расположить так, чтобы можно было по этому самолету его подсветить соответствующим образом. Да, давайте сначала так вспомним, что же на самом деле там произошло. Там ситуация какая? Из Моздока вылетело два Ту-22М3. Они полетели через Черное море, долетели где-то до уровня Севастополя. Выглянув из-за Тарханкута, они нанесли удары по нашей территории 6 ракетами, потому что каждый из Ту-22 несет по 3 ракеты, итого 6 ракет. И тут не совсем понятно высказывание Юсова, что второй самолет был вынужден отвернуть. Откуда отвернуть, если они уже нанесли залп, и они уже возвращались? Если этот самолет был поражен на уровне там Севастополя после осуществления пуска, то, что он дотянул еще там 300 километров, немножко меньше, до Ставрополя, и там вошел в плоский штопор, и там грубо фактически мягко приземлился из этого плоского штопора, имея пожар с двигателей, то, ну, как-то вот оно так вот не совсем вписывается. Система уничтожения этого самолета, который, вот, еще раз, включает в себя, во-первых, ракету, которая бьет
фактически больше, чем 300 километров, как минимум 350, потому что траектория возврата бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродром Моздока, она проходит фактически параллельно нашей линии боевого столкновения. И надо же, чтобы эта установка стояла хотя бы километрах в 50. Это здоровеннейшая дарыбла, это очень большая установка, 20 тонн веса, которая крутится, там вращающаяся платформа, к ней подходит кусок железной дороги для того, чтобы можно было загружать эти ракеты. И вот это вот все сработало, и надо же еще для этого иметь какой-то радар подсветки этой цели, потому что иначе на таких дистанциях ты просто не видишь его. У нас на вооружении нет таких радаров, которые способны видеть 400 километров. А надо видеть не просто там 350 в упор, а 400. И еще эту цель подсвечивать. Технически, по моему представлению, на современном технологическом уровне это достаточно сложно, учитывая те возможности, средства и ресурсы, которые, как говорит Буданов, из старых комплектующих мы это дело все слепили. Поэтому я несколько так скептично и иронично отношусь к этой версии, понимая, что туман войны необходимо там проводить различного вида операции, но лично я склоняюсь больше к тому, что это все-таки было разрушение двигателя, был пожар двигателя, и это привело к падению самолета. Получается, что я как бы поддерживаю российские пропагандистские каналы и их средства, но это в данном случае эта картина мне больше похожа на правдивую. Либо же не хотят рассказывать, что усовершенствовали, либо что новое появилось, либо, пока что может быть, другая, не время. Может да. быть другая ситуация, другая система вооружения. Но, да. Но пока не раскрывают какая, потому что много сейчас и первоофициальные лица говорят о том, что разрабатывается, но вот еще пока под грифом секретности. Но касательно уточнения или даже, скажем так, количества того, что осталось у них на вооружении, касательно Ту-22, Кирилл Буданов говорил, что по состоянию на август 2023 года около 27 единиц могло оставаться. То есть не так много этих самолетов. Но он говорил, сколько Ту-22, это будут единицы. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 минус еще 2 тех, которые будут находиться на ремонте, то есть 27, вот где-то вот так. Как вы относитесь к таким цифрам? Ну и вот важно ли Ту-22 или Ту-22М3? Это разные самолеты. Вот, да. Ту-22 это вдоводелатель, как бы он назывался, совершенно другой самолет. Но там был Ту-22, потом Ту-22К, потом Ту-22, по-моему, КД, потом Ту-22М появились уже более-менее в той конфигурации с тем внешним видом, который есть сейчас. Какая-то короткая версия была Ту-22М2, потом уже появился Ту-22М3, который стал основным. Относительно количества, да, я предположил тогда, что их где-то было 40, если у нашей разведки есть более точные данные, то это совпадает, это похоже на абсолютно правдивую картину, тут каких-то у меня больших сомнений в том, что это так, нет. Я просто не хотел выглядеть там человеком в розовых очках, который рассказывает, что у россиян там все плохо, а у нас все хорошо. Поэтому я так немножко с большим запасом решил, сколько там осталось Ту-22, судя по тому, о чем они сами там россияне говорили. Но в любом случае не 60, которые заявлялись в Military Balance там 22 года. Давайте поговорим о ракете Х-22 сверхзвуковой, которая ранее не сбивалась из-за именно этого сверхзвука, а теперь мы попали и достаточно успешно две ракеты сбили. Почему это стало возможным? Там дело не столько даже в самом сверхзвуке, потому что «Оникс» там тоже сверхзвук, но «Оникс» мы тоже сбиваем. Там дело вот в чем. Ракета Х-22, вот это рожденная там после постановления Совета министров Советского Союза, там 58 года выпуска, они приняли решение, что им нужен такой стратегический ракетоносец, назвали его сразу же стратегическим ракетоносцем, это был новый термин в авиационной науке тогда появился, и где-то к концу 60-х годов, в начале 70-х они сделали этот комплекс. В этот комплекс входит и ракета Х-22, и бомбардировщик Х-22, и двигатель, который стоит на бомбардировщике НК-22 кузнецовский.
И вот это вот все начало работать. Но первый первый самолет Ту-22 был очень недоведенный, недоработанный, и поэтому его там постоянно исправляли, доводили, модифицировали. Сама ракета Х-22. Ракета Х-22, она была предназначена, основная задача была уничтожение больших скоплений войск, и главное это уничтожение авианосцев. Она так и называлась там «Убийца авианосцев». Ну и предполагалось, что это убийство будет происходить с помощью атомного заряда, ядерной бомбы фактически, ядерного заряда. И поэтому точность, которая позволяла вывести там круговое вероятностное отклонение на уровне 600 метров, позволяло вывести в этот радиус, она вполне устраивала, потому что для ядерного взрыва все равно там 200-300 метров туда-сюда, ну, разница небольшая. Поэтому та инерциальная система, которая у нее была, и там потом еще система, там были где-то порядка 8 или 10 модификаций этой ракеты есть с разными системами наведения, с разными возможностями, разного уровня модернизации. Но суть заключалась в том, что в любом случае это все предназначалось в основном для атомного применения, то есть атомной бомбы, атомного взрыва. То, что сейчас использует Россия ракеты Х-22 против Украины, это исключительно одна цель – это осуществление террористических акций, потому что ты не можешь назначать военную цель с вероятностным отклонением 600 метров, потому что ты по военной цели, как бы ты там ни старался, ты не попадешь. Поэтому это все равно, куда оно будет бить, куда оно будет попадать, это все равно неприцельные ракетные выстрелы, атаки – это просто для того, чтобы мы стали нервничать, чтобы мы психовали, чтобы у нас были бессонные ночи, чтобы у нас были переживания по поводу нас, наших друзей, наших знакомых, вообще всех украинцев. И это основная задача, чтобы мы спокойно могли принять идеи какого-то перемирия или какого-то там остановки огня или чего-нибудь еще такого. То есть, еще раз, это не военная задача, это исключительно террористическое действие. Ракета эта здоровенная, а до рыбла это 12 метров, почти 6 тонн веса, или там, да, почти 6 тонн веса, в диаметре там практически метр. И, ну, это, я бы ее относил бы к орудиям массового уничтожения. Да, и учитывая, что разработка в 70-х годах, и явно какого-то улучшения, точнее модернизирования нету. Но тут еще важно понимать, много ли их, этих ракет у них, и возможности производить это один момент. Вот тут буквально уточнение, прежде чем я задам следующий вопрос. Ну, во-первых, этих ракет было произведено около 1000 штук. Половина где-то после развала Советского Союза осталась в Украине, где-то половина в России. Вот та, которая была украинская, она, помните программу ликвидации техники и самолетов, там Ту-160, Ту-22 и вот эти вот ракеты Х-22, они тогда по этой американской программе за счет бюджета американского правительства, они там активно уничтожались. Поэтому все разговоры о том, что мы эти ракеты там передали России, это немножко такое явное преувеличение. Самолеты передавали, ракеты нет. Но это большого значения принципиального не имеет. Эти ракеты уже больше не производятся. Завод, который их производил, находится на нашей территории, и он уже давным-давно этими задачами не занимается. Что еще про эти ракеты можно сказать? Ну, у россиян их было по оценкам, где-то было на уровне, соответственно, после развала Советского Союза, на уровне 500, с тех пор многое там поломалось, и я где-то встречал, ну, то есть скородировало, испортилось, их там недостаточным образом обслуживали, потому что никто не собирался их особенно использовать, это ж такое варварское средство поражения, не совсем не конвенциальное. И я где-то встречал цифру, что их осталось там на уровне 150 штук. Из этих 150 штук уже где-то больше 40, ближе там к 50, россияне использовали против нас. Особенно активно использовали в 2022 году.
Но в июле 22 года, после очередного удара, мировая общественность из фазы обеспокоенности перешла к фазе крайней обеспокоенности и приняла решение, что Украине надо поставлять оружие. Россияне после этих заявлений поняли, что дальнейшее использование таких ракет для таких варварских ударов, оно может привести только к увеличению объемов поставок вооружений. И они эту тему как бы прикрыли, хотя периодически продолжали наносить всем нам известные удары там и по Днепру, и по Краматорску, и по Кременчугу, ну, то есть они их периодически запускали, но не в больших количествах. Вот они сейчас в очередной раз решили использовать аж 6 ракет. Раньше они их использовали поштучно. Но в России пользуются тем окном возможностей, которые у нее сейчас есть для того, чтобы максимально воздействовать на нашу психику. Поэтому очередной раз призываю всех сохранять ясный ум, трезвое понимание реальности, понимание того тренда, каким мы идем. Мы идем на подъеме тренда, а россияне идут в сторону деградации. Поэтому мы победим. Это несомненно. Ну и теперь, чтобы понимали, бороться с авианосцами США, это для россиян, наверное, информация, будет нечем, если так будут растрачивать Х-22 в Турции. Даже если у них будет все, они все равно не смогут с ними бороться. Это тут точно. Не должно быть никаких иллюзий. И это не розовые очки. Это точно. Ну и вот тоже один момент. Уничтожение российского стратегического самолета Ту-22М3 стало переломным моментом в войне России против Украины. Об этом заявил спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Євлаш в эфире марафона «Єдині новини». Євлаш отметил, что в Украине есть ресурсы, которыми военные могут доставать на такие большие дистанции. И он напомнил, что ранее это доказали во время уничтожения А-50, а сегодня россияне получили очередное подтверждение того, что Украина может модифицировать различные средства и эффективно атаковать самолеты противника.